Друзья, сегодня мы беседуем с соучредителем общества защиты исчезающих пернатых. Общество называется «Пернатная пернатость». Вот, они борются за то, чтобы сохранить такие редкие виды птиц, как дроздодуй, макроклювик, шелестоперка розовая, извините, ржаножопчик сиволапчатый. Это, да, это ваш любимый вид, да, исчезающий? Дроздопук. Да-да, извините, я не уточнил, вы все-таки профессионал. Вот. И, собственно говоря, у меня к вам всего один вопрос. Всего один? Да. Я готовился на два вопроса отвечать. Ну, придется на один-два раза ответить, понимаете? На первый или на второй? Вы сейчас все поймете. Общество интересует, конечно, ваше общество, наш социум, интересует ваше общество, которое занимается спасением редких птиц. И вопрос здесь один. Краснокнижники? Да. Куда ушли 2 миллиона бюджетных денег? Что вы сделали для этого редкого вида, исчезающей этой категории пернатых? Отчитайтесь, пожалуйста. Ну, у меня ведомости с собой нет сейчас. А вы расскажите, мы поймем. И поймут те органы, которые, собственно, этим занимаются. Органическое, вот органическое. На органику у меня пошло 1 800 000. Это что конкретно? На семена пошло. Что вы так, что надо было так усеменять, чтобы такую сумму вообще? Так пернатых надо кормить как-то семенем, вот, семенами. Для пернатых еще не каждые семена подойдут. Для пернатых-то. Но вот вы... Тем более для краснокнижных. Вы написали, что вы поставили там поилки. Извините, но макроклювик, он же в 4 раза меньше птицы калибри. Там калибр минимальный. Какая ему поилка? А вы написали, поилка 1,5 метра на 1,40 м. И по накладной она стоит 926 тысяч. Так это еще не самое страшное. Я тоже так думаю. Да, потому что макроклювик-то он... Ну и что про птицы-то? Да, ну вот. Так я, у меня очень половина денег-то ушло на нюхалки. Для кого? Ну вот, для тех же, для выпи, для удода. Они нюхают? Махноногого. Они нюхают? Да, они настолько маленькие, что они не могут пить из поилки, и они нюхают из нюхалки. У меня ощущение, что... Нектар нюхают они. Нет, в основном я чувствую, что нюхал кто-то другой. Но нюхатель, есть птица-нюхатель. Я не об этом. Куритель есть, а есть нюхатель, птица-нюхатель. Не уходите. Они такие же, как хохлухи. Вас заносит. Так. Иногда заносит, а вас не заносит. Нас нет. У нас есть... занос 1,5 метра, и мы держим дистанцию. 1,5 метра это только у нашего трамвая. Все, конец интервью.